Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Chevrolet Cruze 2011 года выпуска. Двигатель 1.8 механика, передний привод. Пробег на автомобиле 138 тысяч километров. Заменю на нем масло в коробке передач. Сливной пробки здесь нет. Надо снимать поддон, поэтому поднимаем, снимаем поддон, сливаем масло и ставим новую прокладку. И будем потом заливать. Поднял автомобиль, снял защиту. Вот наш поддон, который нужно открутить. А вот сбоку между приводом и кронштейном подушки уровневая пробка. Болт на 13. Сразу ее выкручу. Пробочка имеет вот такой вот ежик металлической стружки. Масло побежать не побежало, но край на бок. Болты у нас на 12. Берем их по периметру, откручиваем все. Снизу я поставил тазик. Отключилась камера. Все, поддон снял. Ну вот, как видно, коробка чистая, в хорошем состоянии. Но хотя при пробеге 138 тысяч масло в коробке не менялось. Убираем старую прокладку, где она осталась. В принципе, отошла вся хорошо. Здесь только в одном месте зацепилась. Смою маленько очистителем. Чтобы не текло. Также мою поддон и устанавливаю его на место. Все, поддон я помыл. Здесь протру. И теперь беру новую прокладку. Номер ее 968-29-393. Но перед этим обезжириваю площадку и обезжириваю поддон. Обезжириваю обычным обезжиривателем. Помимо всего, я еще посажу на тонкий слой герметика прокладку. Намазал тонким слоем с двух сторон, размазываю ее, одеваю на поддон, поддон прижимаю и уже наживляем. Очень тонкий слой, к сожалению, очень часто бывает так, что установив новую прокладку, поддон начинает потеть, поэтому, чтобы потения избежать, я ее смазываю герметиком. То, что я промыл, видно, что капли не бегут, и обезжиренное у нас остается чистым.
все болты наживил, теперь притягиваем. Все, поддон я протянул. Теперь заливаем масло. Уровневая пробка у меня выкручена. Масло я залью через датчик задней скорости, чтобы не мучиться, не заливать здесь. Датчик у нас находится спереди. Вот он. Снимаю с него разъем и выкручиваю. Ключ на 19. И через это отверстие зальем масло. Куда? Все, шланг я вставил в отверстие. Теперь беру воронку и заливаю. Заливать будем матюль Сай 75В90. Номер для заказа идет 105783. Наверное, даже не через воронку заливать буду, а напрямую в шланг воткну. И все, заливаю, пока снизу не побежит с уровневой пробки. Все, снизу зажурчало масло, побежало через уровневую пробку. 1,8 литра, 1,850 вошло. Поднимаю, закручиваю уровневую пробку на место и прикручиваю датчик задней скорости на место. Все, вот видно, масло бежит. Закручиваю пробку. Смываю подтеки очистителем. И протираю. Все. Устанавливаю на место датчик.
полностью. Устанавливаем на место защиту и на этом замену масла в коробке. Я закончил. Всего вам доброго.